В селе Ховаксы полным ходом идет возведение современного микрорайона по новым стандартам, где в ближайшее время завершат строительство многоквартирных домов. Работы идут в каждом доме. И у нас в этом году все планируется заселить один дом по улице Юбилейной, 13. Это 13-квартирный дом у нас. И это уже идут работы по сбору документов. В целом в новом микрорайоне строятся 4 многоэтажных дома с 18 квартирами в каждом. Несмотря на холода, тут продолжаются активные отделочные работы, облицовка лестничных площадок, монтаж инженерных систем и фасадов. Строительством домов занимаются подрядные организации ООО «Гулза» и ООО «СЛДС». Работников у нас человек 20-25. Ведутся внутренняя отделка, крыша, отопление уже запустили. Уже плитка. Отделочные работы ведутся сейчас, в данный момент. Таким образом, до конца 2022 года в Ховаксы новые квартиры будут расселены 114 человек. Алдынай Сая, Шолбан Мунгуш, Айдана Сенденма, Тува 24.